Несколько месяцев назад я вам показывала черепах. И показывала вот это место. Вот это место. Мы находимся на маленькой вилле. Маленькой. Наверное, не очень маленькая. И здесь живут черепахи. Две черепахи. Ладно, мы вернемся к этому месту. И здесь вот черепаха прятала, что-то закапывала. Мы же знаем, что яйца черепахи должны оставаться несколько месяцев закрытыми. И мне сейчас позволили заглянуть сюда, посмотреть, есть ли там что-либо на самом деле. Попробуем потихонечку поискать. Так, я отключу на телефон на минутку, чтобы не повредить, и обеими руками попробую посмотреть, что там. Ребята, я, кажется, чего-то нашла. Посмотрите, вправду. Я думаю, что это. Будем продолжать рассказ. Ребята, есть! Еще одно! А, еще одно! Ничего себе! А мне сказали, что нету ничего. Ну, потому что я спрашивала, есть ли яйца или нет. Мне говорят, мы смотрели, там вроде ничего нету. И хорошо, что я это рассматриваю, руками разбираю. Вон еще одно. А что делать теперь? А что делать? Ой. Ой. Блин. Ребята, лопнуло одно яйцо. Как мне жалко. А что делать теперь? Ну, они, наверное, неоплодотворенные. Ой, как мне жалко, разбилось вот это яйцо. Блин. Вот скорлупа. Откуда это? Еще ничего не сломано, уже скорлупа. Вот это вот, наверное. Дай, 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 дай. Ой, блин. Как жалко. Откуда скорлупа вылетела? Одно, второе, третье, четвертое. Вот это, отсюда, наверное, с этого яйца. Что-то эти великоватые. В прошлый раз были находить, ну вот отсюда. Но оно пустое. Ребята, оно неоплодотворенное. Вот, посмотрите. Оно неоплодотворенное, поэтому то, что они находятся здесь. А вот еще одно, одно, второе, третье, четвертое, пятое. Надо аккуратненько достать их. Но эти вот великоватые. А вот я сейчас поднимусь в дом. И я вам покажу те, которые пару лет назад нашли. Так. Но они не оплодотворены, поэтому нет смысла. Они там могут находиться сколько угодно. Черепашки не появятся из них. То есть черепаха может сносить эти яйца без самца. Ребята, если вы еще не подписались на наш канал, на мой канал, на наш канал, потому что мне очень часто мой муж участвует, бывает рядом, подписывайтесь, оставайтесь со мной. У меня темы разные, мой канал создан для общения, у меня влоги, ничего другого у меня нету. Я рассказываю, показываю буквально то, что вижу, с чем сталкиваюсь. Ничего такого у меня нет. Но если вам интересно, оставайтесь. Так это последнее, по-моему. И сейчас мы поднимемся наверх. Я вам покажу те старые, которые лежат как сувениры уже. Боюсь, жалко сломать. Есть, ребята! Вот черепаха. И вот одно сломанное. Сколько? 4-5 яиц. Больше нет. Нету больше. Так, идем в дом, ребята, идем в дом. А я не ушла домой, я решила еще раз проверить. И знаете, что натолкнуло на какую мысль? Я стала рассматривать вот это яйцо разбитое, да? А скорлупа-то она большая ведь, которая вышла из земли. И я решила еще раз проверить. Вот посмотрите, а здесь еще одно яйцо. А вот еще одно. А вот еще. Ничего себе, а сколько их? Вы знаете, я задаюсь вопросом.
каким образом, какую силу имеют вот эти лапки черепахи вот так глубоко зарывать свои яйца. Это же надо, эта земля, ведь она очень твердая. Ой, я уже даже... А может быть, это еще и совсем-совсем старые? Ну, не знаю. Продолжу раскопки. Ну вот, я еще нашла яйца. И у нас получается сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. 9 штук, ребят, я еще раз повторяюсь, они неплодотворенные. Черепашки из них не появятся, не получится. Я сейчас понесу в дом. Потом, может быть, их помою, и как сувениры останутся. Так, там есть еще 3 штучки, по-моему, лежат. Пойдем посмотрим те и сравним по размеру эти. И вот мы находимся в доме. Вот эти яйца, которые я сейчас выкопала, скажем так. А вот эти яйца, вот одно разбитое и 2 целых, они им уже, не знаю, 2 года, наверное. Ну, больше года это точно. Я не знаю, не могу точно сказать, 1-2 года, наверное. Ребята, на этом я заканчиваю мое видео. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И всего вам доброго. До встречи. Пока. Вот так, друзья, бывает. Попрощаешься, а потом видео продолжается. В общем, мы решили их на место вернуть. Решили на место опять их уложить в это гнездышко. И хоть мы не верим в то, что появятся черепашки, решили вернуть их на место. Не знаю, получится что-либо или нет. Я не верю в то, что получится, потому что эти черепахи много лет здесь живут. И эта черепаха каждый год откладывает яйца, и ни разу не было черепашек. Ни разу не было. И в этом году просто случайно узнали место ее гнездышка. Сейчас мы потихонечку все это засыпем. Теперь мне уже даже жаль. Мне даже жаль. Ну, в любом случае, я не верю в то, что будет, потому что ни разу не было черепашек. Яйца находились, раскапывались по истечении долгого времени. Они должны быть здесь несколько месяцев. Все эти месяцы прошли. Это уголочек такой, который хорошо согревается солнцем. Вот все, а другой разбитый, поэтому мы его не будем укладывать на место и возвращаемся назад. Что меня больше всего беспокоит, что останется, наверное, запах моих рук. Я не знаю, как они себя поведут. Они, это обе черепашки, но я не знаю. Одна-то точно фемина, самочка, женщина, фемина, самочка. А второй, я не знаю, кто. Купа, что такое? Здесь иногда вот это вот... Скорлупа выпадает. Это, наверное, предыдущая скорлупа предыдущих лет. Но у нее, наверное, еще есть пару мест, где она откладывает яйца. Ну что ж, ребят, в этот раз я еще раз прощаюсь с вами. Уложу все, как было изначально. Обложу это камешком, чтобы это было видно, чтобы никто сюда случайно не встал. И говорю вам до свидания. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока, друзья мои. Пока.